Причал для пристани появился еще 2 июня. А в воскресенье, 4 числа, здесь встретили первое судно, которое следовало из Москвы в Нижний Новгород. Уже через 2 дня к ней причалил еще один теплоход под названием «Василий Чапаев», который также следовал из Москвы. Эта пристань подготовлена для приема крупных судов туристических, которые ходят по линии Нижний Новгород, Москва, ну и обратно. А так это хорошая пристань. Вот, отремонтировано, как следует, все отделано, все тут есть. Когда-то на реке Оке было много пристаней. Теперь же их можно пересчитать по пальцам. Муром, Константиново, Коломна, Нижний Новгород – вот почти полный их список. Поэтому появление таковой в Рязани можно считать грандиозным событием. Пристань своими силами отремонтировал канал имени Москвы. Однако благоустройство территории около самого причала еще не окончено. Сейчас на ней установили урны и вырубили кусты. В скором времени здесь будут установлены информационные стенды о Рязани и расписание транспорта. Все это просто необходимо для туристов, которые будут прибывать на эту пристань. Много, ну, практически каждый день. Вот 2 дня назад, по-моему, 2 сразу приходило судно. Вчера приходил тоже теплоход. Вот, также придет еще теплоход 22 июня. Так что в скором времени вопросами благоустройства пристани займутся вплотную, а в ближайшее время здесь должна будет появиться табличка с надписью «Рязань».